就当我是那油画里强烈光点，而你是那一尊火雕塑高冷寡言。大陆若要隔半边，难道天生的平行线？你再多优点我觉得不过自恋，平凡是单线，害怕情深缘浅。为何越望眼越错觉，像美梦若隐若现。终于承认你是我心里那个人，但偏偏又遇见你忘掉自身，想触及你眼神，所有Я прошла через многое, и теперь наконец-то могу носить эту цепочку. Такова была твоя судьба. Почему не выбрал телефон? Его можно обменять на несколько цепочек. Мелочная. Первая любовь навечно. Спасибо. Мне нравится. Смотри, так мило. Линвэй. Эту цепочку подарил тебе Циншэнь? Да. Почему он тебе ее отдал? Он мой парень, почему не может подарить мне ее? Ты встречаешься с ним? Да. Когда это началось? В мой день рождения. Но мы не афишировали наши отношения по некоторым причинам. Некоторым причинам? Я думаю, ты лучше всех понимаешь эти причины. Линвэй, я хочу спросить тебя кое о чем. Можешь ответить честно? Хорошо. Ты сблизилась со мной из-за того, что узнала о симпатии Циншэня ко мне, так? Мне просто было интересно, какая девушка нравится ему. Ты подарила мне подарок и помогла с работой ради личной выгоды? Я хотела показать, что я хорошо к тебе отношусь. И ты была несерьезна, когда говорила не отказываться от Циншэня, верно? Он мне нравится, и я не хотела, чтобы он был с кем-то другим, кроме меня.
И ты позволила мне увидеть таблетки от депрессии. Специально, так ведь? Это был мой шанс. Мне было интересно, откажешься ты ли от него ради меня. Оказалось, что нет. Зря я так поступила. Лин Вэй, спасибо за честность. Я действительно хотела бы быть твоим другом. Но сейчас поняла, что виновата не перед тобой, а перед Циншенем. Юньцянь. Я все, пойдем. Циншень. Ты слышал, что я говорила? Можешь ответить? Чем она лучше меня? Это не важно. Просто она мне нравится. Ты что делаешь? Полегче. Почему ударила меня? Я тебе нравлюсь, да? Что? Что-что? Юньцянь, иди сюда. Извините меня. Я виновата. Я буду жестока. И обижу вас, одиночек. Что? Чего? Это слишком. Больше не боишься? Я решительно настроена. Так что нет. Что вы тут делаете? Эй. На что уставился? Недостаточно видел? Достаточно, простите, моя ошибка. Это... невыносимо. Что это? Даю тебе статус. Проверь телефон. Впервые в жизни. Твой парень тронут. Что там? Впервые в жизни. Обалдеть, вот это да! Боже. Как вульгарно. Сявэй, поешь немного. Сявэй, тебе нужно поесть, иначе станет плохо.
Я правда не могу от него отказаться. Да, но тебе нужно поесть. Янсянь, ты держала ваши отношения в секрете. Нам все равно. Ты должна щедро угостить нас. И мы так просто не отстанем. Хорошо, хорошо, просто закажи. Ладно, таким путем еще 10 килограмм наберешь. Добро пожаловать. Циншэнь. Юансань, вы во всем красном. Готовитесь к свадьбе? Это парная одежда? Я одела платье, то, что схватила, не особо думая. Это уже слишком. Теперь вы не одни из нас. Мне все равно. Превращу свою печаль в аппетит. Ваше воркование ранит нас. Чтобы этого не видеть, мы закажем больше блюд. Просто закажите, что хотите. Почему ты тоже надел красное? Я должен быть серьезен. Это важно. Они смеются надо мной. Они завидуют тебе. Циншэнь, ты встречаешься с Юансань, поэтому теперь официально ты наш зятёк. Тёща. Не говори так. Мы молодые и юные феи. Юансань. Уверена, что не передумаешь на его счет. Хочу отблагодарить вас за заботу о моей Юаньтянь. Заказывайте, что хотите. Она теперь твоя? Циншэнь, как пожелаешь, потом не жалей. Ты серьезно хочешь все это? Ты еще не замужем, а уже приняла его сторону? Циншэнь. Смотри, Юансэнь так хорошо к тебе относится, ты должен о ней заботиться. Конечно. Хорошо. Что бы нам заказать? Хочу тушеную свинину. Сюэ-сюэ, что ты хочешь? Рыбу. Закажем рыбу под соусом. Скажите честно, кто сделал первый шаг? Я. Вы держались за руки? Вы уже целовались? Нет. Он кивнул. Юансань врет. Я видела. Наказание, наказание. Подожди. Раз уж вы сегодня оба в красном, на брудершафт, на брудершафт, на брудершафт, на брудершафт, на брудершафт, на брудершафт. Ты совсем глупый? Я сегодня счастлив. Счастлив, счастлив, счастлив. Мы тоже счастливы. Я так объелась. Давай мне. Ты сама просила. Так жадно ела, словно это твоя последняя трапеза. Я просто не хотела, чтобы деньги были потрачены впустую. Юансань, Сун Сэй знает о ваших отношениях с Циншэнем? Не знает? Разве мы не должны рассказать ему? Он так хорошо к нам относится. Ты выложила пост, он не видел? Нет, я заблокировала его.
Пожалуйста, не говорите ему. У него соревнования, и я не хочу, чтобы это повлияло на него. Расскажу ему, когда закончится соревнование. Хочу с тобой кое-что обсудить. Что? Мне нужно будет пообедать с Сун Сыи. Я против. Он только завершил соревнования. Я должна рассказать о нас. А телефон тебе зачем? По телефону? Он может подумать, что я шучу, или что меня заставили. Хочешь встретиться с ним? Не пойми меня превратно. Просто думаю, что это покажет, насколько я серьезна. Я собираюсь разобраться с твоим соперником, а не изменять. Не волнуйся, ладно? Только в этот раз. Больше не разрешу. Я знала, что ты лучший. Не подлизывайся. Ты мне за это должна 5 обещаний. Первое. Не ходи с ним в малолюдные места. Второе. Никакого физического контакта. Третье. Не больше 2 часов. Четвертое. Я круче всех. И пятое. Хорошо, хорошо. Пообещаю все, что ты просишь. Возмутительно. Это слишком. Цинчэнь! Старина Цинь! Говорят, что ты обмывал с соседками Юань Цэнь свой статус зятька. А мы не должны отпраздновать женитьбу нашего сыночки. На той фотографии, что опубликовала Юань Цэнь, это рука Цинчэня? Ну, конечно. Кто, кроме Циня, мог завоевать сердце Юань Цэнь? Без слов, понятно. Цинь, ты угощаешь. Ты угощаешь. Я хочу Хого. Отодвинься. Наш сыночка женился, ты задолжал нам обед. Точно. Мы должны поужинать. Как члены семьи мужа, вы должны угостить семью жены. Скупердяй, такой скупой. Они теперь вместе. Я знаю. Ты все еще ждешь его? А почему бы и нет? Он может узнать ее получше, понять, что она не тот человек, после того, как проведет время с ней. Лин Вэй, прекрати обманывать себя. Что такое? Ничего. Просто чувствую, что буду наказана, если скажу что-то не то. Расслабься. Я профессиональный спортсмен и намного сильнее всяких дилетантов. Я смогу защитить тебя. Я хочу кое-что рассказать тебе. В общем... Здесь сегодня слишком много людей. Да, их много. Я позвала тебя, чтобы рассказать. Позволишь мне допить?
Я знаю, что ты хочешь сказать, но здесь Циньшэнь. Я хочу услышать это в другом месте. Идем. Помню, как впервые увидел тебя в кампусе. Ты не умела плавать и барахталась в воде. Выглядело ужасно. Если бы не ты, я могла бы умереть. Да, но все случилось неправильно. Иначе я был бы тем, кто держит тебя за руку. Юаньцянь, ты мне нравишься. Я знаю. Но я считаю тебя другом. Знаю. Я сказал это не для того, чтобы усложнить все. Я сказал это, чтобы отпустить это. И ты только что ответила мне. Я думаю, ты встретишь кого-то лучше меня. Я тоже так думаю. Тогда поздравляю. Спасибо. Я буду более сфокусирован на соревнованиях. Не останется времени на тебя. Будь счастлива. Если Циньшэнь обидит тебя, расскажи мне. Я побью его. Хорошо, усердно тренируйся. Буду. Я выиграю чемпионат ради тебя. Мне пора. Отдохни. Сун Ци, спасибо. Должен быть подарок, который я могу хранить у себя всегда. Злишься? Что случилось, Цинь? Почему выглядишь как селедка и даже не двигаешься? Исчезни.
Хорошо быть в отношениях. У вас есть возможность ссориться. Ты имеешь в виду, что нарушил обещание, данное Циншеню? Он разозлился и не разговаривает с тобой? Сунцей схватил меня за руку и потащил. Я нарушила два обещания. Теперь он не пишет, не отвечает на звонки и не разговаривает со мной. Думаю, он все еще ревнует. Это немного хлопотно. Никто не знает, что у него на уме. Я совершила ошибку. Но ты должна мне помочь. Как убедить его простить меня? Дай подумать. В принципе, он просто ревнует, злится и не может проглотить свою гордость. И ты... можешь просто вести себя хорошо, сказать что-то милое и быть няшечкой. Это называется сгладить острые углы. Раунд первый. Ты закончил? Устал? Выпей воды. Голоден? Давай что-нибудь поедим. Что ты хочешь? Хога, барбекю, острый суп? Или гамбургер? Неважно, я пойду в столовку. Давай есть. Ты чего? Добавь побольше, если хочешь. Ты вечно с ним будешь со мной разговаривать? Он говорит со мной. Знаешь, как использовать мемы? Хочешь поиграть? Хорошо, давай поиграем. Это правда, что влюбленные люди тупеют. Где же наш крутой Цинь? Святые небеса, верните его обратно! Если сарказм может утешить тебя, бедного одинокого парня, пожалуйста, продолжай. Если отношения превращают нормального человека в тупицу, я буду держаться от девушек подальше всю свою жизнь. Я думаю, он болен, потому что Юаньцянь задабривает его. Время от времени мужчине это необходимо. Жизнь не будет полной без таких вещей. А пример – ваша холостяцкая жизнь. Юаньцянь, Циншень все еще дуется? Объясни мне. Я старалась изо всех сил, отправляла милые фотки весь день. Он простил тебя или нет? Нет, он не торопится. Все нормально, завтра приступим к плану Б. Сила нежности. Второй раунд.
Давай помогу. Давай, я вытру пот. Второй шаг – взять его слезами. Просто плачь. Крокодильными слезами. Ты никогда больше не заговоришь со мной. Вот, выпей воды. Старина, Цинь. Без обид, но у тебя каменное сердце. Она пришла посмотреть на твою игру, следила за вещами, принесла воды. Этого достаточно. Чего тебе еще надо? Заслуживаешь быть одиночкой. Я могу выпить вместо него. Хочу пить. Ну-ка, идем. Давай. Снова. Сдаюсь. Цинь, ты что, на допинге? Он в порядке? Вообще-то, я девушка Циншеня. Ты... Эй, Цинь! Ты был холоден к своей девушке. Мне было жаль ее, и я выпил воду, которую она принесла. Почему унижают меня? Лед тронулся? Немного. В принципе, все как и было. Как это? Он пишет мне, отвечает на звонки, говорит со мной и обедает со мной, но с таким лицом, что мне хочется ударить его. Просто подожди, победа не за горами. Твои методы не работают. Кажется, он получает от этого удовольствие и не собирается мириться. Мы можем попробовать план С. Обидеться, чтобы он задабривал тебя. Если это не сработает, ты можешь расстаться с ним. Игра проиграна. Уже все. Идемте обедать. Хорошая идея. Вот и хорошо. Что случилось? Подожди. Ты в порядке? Я что-то не то сказал? Задолжал денег? Что с тобой случилось? Я в порядке. Пока. Это не в порядке. Почему ты такая? Отпусти.
Я должна проверить, как там Ян Цянь. Не знаю почему, но у нее болела голова. И были боли в груди. Последнее время. Что с ней? Не знаю. Она сказала о боли в груди утром. Но я не знаю, пошла ли она в больницу. Это же не сердечный приступ. Юан Сань, Циншень бежит к тебе. Что ты ему сказала? Сказала, что у тебя сердечный приступ. И его лицо позеленело. Ты любишь утрировать. Он просто вызовет мне скорую. Все нормально. Ты же можешь все объяснить ему, так? Давай, готовься. Все, пока. Для больной я выгляжу слишком хорошо. Где ты сейчас? Я в общежитии. Все еще плохо себя чувствуешь? Увидимся у лестницы. Все нормально, увидимся внизу. Не ходи никуда. Иду. Я сказал консьерже, что хочу проведать тебя. Ло Синь-Синь сказала, что у тебя боли в груди. Нет. Просто женские дни. Ты не чувствуешь духоту или боль в груди? Нет. Голова не болит? Нет. Это просто мой живот. Он болит каждый месяц. Разве сейчас не середина месяца? У тебя регулярная менструация? Да. Такие боли могут быть серьезными. Пойдем в больницу. Не надо. Сходим к доктору, заодно вылечим боли в груди. Нет. Почему рецепт такой длинный? Результат будет таким же, если я послежу за питанием и буду больше отдыхать. Мне это не нужно. Следуй советам врача. Так дорого. Обойдусь. От правильного питания эффект такой же. Принимай как должное. Thank you.
Юан Сань, Циншень попросил принять лекарство. Не пойду. Разве не хочешь помириться с ним? Разве не хорошо, что он заботится о тебе? В таком случае я предпочту не мириться с ним. Ло Синсин, ты даже не представляешь, он дьявол. Заставляет пить лекарство 3 раза в день, все до последней капли. Теперь я чувствую горечь каждый раз, когда дышу. Это просто его забота. Кто бы говорил, это твоя идея. Я делала ЭКГ и доплерографию. Они взяли 2 пробирки моей крови. Смотри, все еще синяк не прошел. Ничего не могу с этим сделать. Скажи, что его девушка упала в обморок от боли и не может принять лекарство. Он придет сюда и потащит в больницу. Алло, Циншень, это Синсинь. Юаньцань? Она спит. Скажи ей принять лекарство после того, как проснется. Хорошо, пока. Что сказал? Сказал принять лекарство. Циншень просил передать тебе. Сказал, можешь съесть одну, если слишком горько. Наконец-то он поступает правильно. Хорошо, я могу с ним помириться. Прекрати. Юаньцянь? Где Циншень? Вышел, наверное. Юаньцянь, вы можете вести себя сдержаннее и не быть такими жестокими по отношению к одиночкам? Что случилось? А ты не знаешь? Мы должны терпеть его каждый день. Он лыбится, как идиот. С тех пор, как вы встречаетесь, он начал презирать нас и осуждать за отсутствие отношений. Что хорошего в отношениях? Точно. Он каждый день счастливый? Ну, конечно. Капец счастливый. А он когда-нибудь был расстроен или огорчен? О, да. Когда у него был конфликт с тобой некоторое время назад, тогда он был расстроен. Но потом он вел себя как влюбленный идиот. Он смотрел в свой телефон и просто... Нет, он вел себя. Хорошо, Циншень, только подожди. Ну за... Что? Что с ним не так? Ничего. Мы все испортили. У нас проблемы? Have you ever been loved in your life? Have you singing this song like tonight? Wanna spend all my time with you all my life? Would you hold me tight when I cry? Have you ever been told you were right? We will never give up on what you said. Wanna spend all my time with you all my life. Would you save my soul tonight and give me your hand? You are the spend all my time with you all.